Россия может напасть на страны Балтии. О существовании такой угрозы говорят новые документы WikiLeaks. Скандальный веб-ресурс опубликовал секретный план НАТО по защите Эстонии, Латвии и Литвы от возможной российской агрессии. WikiLeaks опубликовал тайную переписку госсекретаря США Хиллари Клинтон с другими высокопоставленными чиновниками. Оборонительная схема для стран Балтии получила кодовое название «Орел-защитник». Этим защитником в случае российской агрессии станут 9 дивизий НАТО – американские, немецкие, британские и польские. Аналогичную поддержку Альянс готов оказать и Польше. В переписке неоднократно подчеркивается конфиденциальность плана. Его раскрытие, опасаются в Госдепе, изрядно усложнит и без того непростые отношения России и НАТО. И не только эти отношения, уверены аналитики. Многие наблюдатели прогнозируют отставку одного из главных фигурантов информационного взрыва – главу американского Госдепа. Но если вопрос Клинтон обсуждается на уровне предположений, то кадровые перестановки в дипломатическом корпусе США, главном источнике WikiLeaks, неизбежны. София Тетрадзе, Георгий Гелашвили, телеканал ПИК.